Подготовку к предстоящему пожароопасному сезону и возможным подтоплениям на территории Биробиджана обсудили на очередном заседании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На встрече присутствовали представители всех заинтересованных ведомств и служб. Проговорим о тех мероприятиях базовых, которые ежегодно мы готовим. Это и подготовка минполосы для того, чтобы защитить нашу городскую агломерацию от возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами природного характера. Проговорим обязательно о том, чтобы в поселках своевременно и вовремя убирался мусор на прилегающей территории. Решим вопрос о заблаговременной поочистке канав. Также запланированы мероприятия в текущем году по содержанию дамб, водопропускных сооружений. Отметили в ходе заседания важность профилактической работы с жителями и особенно с подрастающим поколением. Необходимо не только напоминать им о простейших правилах безопасности, но и объяснять ответственность за нарушение общепринятых правил. Работа с образовательными учреждениями, непосредственно с детьми, которые в весенний период уходят на каникулы, соответственно, у них становится больше времени для того, чтобы заниматься собой. И нередко бывают такие случаи, что детская шалость приводит к загораниям и крупным пожарам. На реализацию оговоренных мероприятий из местного бюджета средства выделили еще в прошлом году. Часть работ уже законтрактована. К их исполнению приступят, как только потребуются и позволят погодные условия. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.